Всех приветствую! 20 декабря. Давайте разбираться, что у нас произошло. Был у нас вчера некий такой торговый план. Основной вариант был, что все-таки вот так пойдем потом вверх. А другой вариант, что сразу вниз. И третий вариант, что все-таки дадим движение вверх и потом сюда уйдем. Соответственно, по третьему варианту мы пошли. Вот здесь мой шорт я отбезубытил. А этот шорт с хая ну, почти с хая, я закрыл, соответственно, сейчас без пользы сижу и думаю, что же это будет происходить сейчас. <свят> потому что довольно трудная развилка, по факту, что я сейчас вижу. Есть пятиволновый импульс вверх, есть к нему маленький-маленький зигзаг. Но он настолько маленький, что это смех. Скорее всего, он продолжится, потому что это только, скорее всего, начало. То есть, что я сейчас вижу, это то, что мы можем нарисовать что-то вот в таком духе. Один, два, вот это такая Тройка, это большая четверка, какая-нибудь вот такая вот там пятерка, ну, может быть, даже вот так, и потом вниз, куда-нибудь в район 3500, 3450. Ну, вот это самый оптимальный вариант. Это получится такой вот корявенький на зигзаг. Вполне возможно, что он как-то прямо сразу пойдет вот так. Ну, гру грубо говоря, можно шортить это дело и стоп вот сюда ставить, если кто хочет кто верит в то, что оно вниз пойдет. Потому что тот вариант, что мы вот туда вот пойдем, еще не отменяется. Соответственно, ну, грубо говоря, мы дали половину коррекции. Смотрим по индикаторам. Что у нас? Ничего особого по получасовику нету. По часовику ну, такая разгрузочка неплохая пошла. По четырем часам дивер, видите, отрабатывает. Пошли мы вниз. Это что означает, что нужно, чтобы четырехчасовик еще пониже куда-нибудь ушел. Соответственно, ну, 3500, 3500, возможно, вполне по битку. Это по котировкам этих форексов всяких. По финику чуть-чуть подороже будет. Так что продолжается, грубо говоря, коррекция. Скорее всего, такой вариант будет. Что куда там видно будет. Но пока без позиции сижу. Может быть, буду шортить, если оно выше залезет. Потому что напрашивается что-то вот в таком духе. Куда-нибудь сюда. Если сюда уходит, я здесь шарчу. И вот туда вот примерно цель. И стоп вот сюда захай, вот такой вот расклад какая-то отторговать, откупать здесь я не хочу, потому что мало, мало мы скорректировались, то всего лишь 38 процентов по ФИБе. а здесь примерно вот будет 62, 62 это как бы разумно. Смотрим еще стакан, по стакану наставили сверху стенок, то есть там вынесли 4000 по Финику, и видите тут уже 2200 битков наставили. Что это означает? А это медведи, это медведи сидят такие жирные. То есть я вчера видел просто, как они отрабатывают вот эти вот свечки. Они, видите, как хорошо закрыли пин-баром, потом еще поглощением. То есть это просто, не знаю, на крипте сейчас такие профессиональные медведи, что типа даешься, как они отрабатывают. Но при этом видите, как все предсказуемо. То есть более-менее все по волнам, все четко. Так что все неплохо идет. Так что будем дальше шортить. И вот здесь уже в районе 3400-3500 можно будет подбирать, скорее всего, потому что к тому времени четырех человек разгрузится, и если мы глянем дневку, вы видите, она еще как бы запас хода имеет, так что можем еще на 4300 давануть следующим движением, но пока что коррекция продолжается. И прямо сейчас покупать это как бы смех, лучше так не делать. чего а, что еще вижу? У нас шорты, по-моему, выросли. Да, шорты растут, лонги падают. Это значит, что могут все-таки дать еще выше дать чуть-чуть шортил брить. Но надеюсь, что не выше, чем здесь. Судя по индикаторам, выше не должны дать. Короче говоря, многое наболтал. Но смысл очень простой. Может одним предложением сказать, что мы сейчас в коррекции находимся. Ждите дно и там покупайте. Либо шортите, ну, когда если выше залезет цена. Все. Но такие прогнозы делать я не хочу, это неинтересно, поэтому много болта. извиняйте. Так что, мой, мой торговый план вот такой. Если выше уходит, я шарчу стоп сюда за хай. Переоткрою просто тот шар, что у меня был сверху. А если уйдет сюда, то я буду ловить, скорее всего, лонг и стоп вот сюда вот за это дно на 320-330. Вот пока такой -то торговый план, как иначе торговать я не вижу. Откупать здесь это глупо. Оно вверх ну, вряд ли пойдет. Если даже уйдет, то это будет ложный рост и потом сольют. Ну, по логике. Так что, такой вот пока расклад. Альты не смотрю, там все то же самое абсолютно. Там, если эфир включить, ну вот что, все то же самое. Вот вам зигзаг, вот вам там коррекционная модель пошла к этому зигзагу. И может быть еще второй зигзаг, например, или еще какая-то другая форма. Но однозначно это вниз. Вот так могу сказать. Ну, короче говоря, надеюсь, не сильно запутал. И не пишите мне потом, что я даю слишком много вариантов, их действительно слишком много. Я уже и так стараюсь фильтровать, как возможно, потому что никто же не знает, куда рынок пойдет. Если вы считаете, что сидит блогер, и он что-то знает, ничего он не знает, я в том числе. Поэтому не надо на меня сильно рассчитывать. Я просто говорю, как я вижу ваше право соглашаться или нет. И потом еще, если пишете, что э, благодаря мне там много людей денег слило, то ну, как я что, вас заставляю, что ли, вам к варману лезут, типа, торгуй, давай, вкупай виток, по хаям, да, я ничего не заставляю. Просто говорю, что я делаю. Вот конкретно сейчас я сижу без позиции. Если уйдет ниже, куплю, если уйдет выше, шапчу, все. Вы хотите, повторяйте, хотите, нет, таково мое видение. Поэтому не надо тут всякие комментарии писать злобные, что я обманываю народ, я мошенник. А вчера уже, бомбанул, я там всех забанил, кто-то эту фигню пишет. Так, в общем, ладно, давайте тогда до завтра. Вроде бы все понятно на данный момент. Но это коррекционная фаза, имейте в виду, куда угодно может цена пойти. Вот в этом диапазоне. Так что будет колбасить вверх-вниз, осторожней и до завтра.